Привет, как тебя зовут? Меня зовут Саня, позывной мой Тротик, сам с Кременчуга родом. А как сюда попал? Как сюда попал? С тюрьмы попал, с зоны. Ты что, попался? За кражу. И сколько осталось? Срока? Срока оставил 5, а сидел 2,5. А что ты делаешь здесь? Пошел воевать за Украину, за то, что, блядь, русский мир. Пидорасы, ну, наших детей, жен, матерей, стариков, всех, ну, начали убивать. Зашли на нашу территорию. Ну, я не знаю, как другие, но я против этого. Ну, поэтому я здесь, и поэтому я убиваю эту нечисть, сука. А чем ты здесь занимаешься именно? В смысле? Твоя воинская специальность. Стрелок. А подразделение? Подразделение ОШБ. 225-й батальон. Чего бы тебе хотелось больше всего? Мне хотелось больше всего, чтобы остановилась вот эта вся, блядь, нечисть вот эта вся. Чтобы было тихо, мирно и спокойно, чтобы было как раньше, жили, все. Чтобы больше не было вот этого кровопролития. Война это страшное дело, но с этим ничего не поделаешь. Надо идти дальше. Расскажи что-нибудь, что запомнилось на войне. На войне что запомнилось? Много страшных факторов запомнилось. Ну, когда идешь и так вот в бой, смотришь за спину, вроде рядом друг идет, поворачивайся, его уже нету. А что потом будешь делать, когда война закончится? Жить дальше, растить сына. Сыну 13 лет. Никита, привет, я тебя люблю очень сильно. Маму, папу тоже люблю очень сильно. Родных, близких. Всех обнимаю. Всем спасибо. Короче, будем живы, не помрем.